Знаете, у нас уже нету никакой армии. Может быть, договоримся? Ни за что. А теперь давайте лучше подписывайте договор о термоядерной бомбе. В смысле, я не хочу этого? Вообще-то, когда-то давно мы делали мир. То есть пакт о ненападении, что означает, что вы не должны были на нас нападать. Но вы перешагнули границы. Но это же не нападение. Напало всего 3 человека, которые даже не напали. Они не знают, что это стул. Это наша граница. Да, конечно. Ай, ладно. Ну что ж. Теперь у меня с ним вопрос. Зачем вам нужно выпускать термоядерные бомбы? Да потому что у нас их 2. Ядерных 3. У вас было ядерных 2, а теперь уже 1. И у вас еще одна термоядерная. Вы, походу, выиграете. Но мы все равно не статимся. Может быть, подпишем мир? Я не хочу, чтобы мои люди все погибали. Ни за что. Мы не подпишем никогда мир. Да, мир это плохое. Нет, мне это хорошо, но почему вы не подпишете мир? Я хочу, чтобы мои люди жили. Ты моих людей запустил ядерную бомбу. И мне теперь после этого сдержали от тебя. Я хочу, чтобы твои люди пострадали сильнее меня. Я хочу в тебя запустить термоядерную бомбу. Ладно. А может быть, я вам отдал просто свои города и все? Нет. Я хочу тебя полностью уничтожить, чтобы ты страдал. Как мои люди, я и мои солдаты. После того, как твои солдаты перешагнули границы. Сколько тебе раз повторять? Они не хотели этого делать. Да, конечно. Все, мне надоело. Я ухожу. До свидания. Я ухожу от вас. Все, наконец-то я собрал свою тачку. Пора уезжать. В мире арбузов это небезопасно. То есть в стране арбузов. Надо поехать, пожалуй, к тыквам. И меня стопудово пропустят, потому что мне в Грузии есть тыква. Все, пора ехать туда. Но нет, я их вижу. Ха-ха-ха, мы их заметили. Пора, пожалуй, по ним погулять. Стрелять!